В этом рецепте вы узнаете, как приготовить пшенично-амарантовый хлеб на закваске. Этот хлеб получается полезным благодаря тому, что в его основе лежит пшеничная закваска и амарантовая мука. Многую выпечку сложно назвать полезной, но этот рецепт – исключение. Хлеб, приготовленный на пшеничной закваске с добавлением амарантовой муки, не может приносить вред. Более того, говорят, что он имеет лечебные свойства. Благодаря муке амаранта хлеб имеет легкий ореховый аромат и вкус. Такой хлеб отлично подойдет в качестве быстрого перекуса, если нанести на него немного сливочного масла или овощного паштета, получится очень вкусно. Закваску лучше всего приготовить заранее, чтобы всегда быть готовой испечь вкусный хлеб. Пшеничная мука первого сорта, 280 грамм, 70 грамм в закваску, 210 грамм в тесто. Вода комнатной температуры 305 грамм, 70 грамм в закваску, 235 грамм в тесто. Мука из семян амаранта, 190 грамм. Закваска опара, 140 грамм. Соль, 1 чайная ложка. Семена амаранта, 1 чайная ложка. Сахар, 2 столовые ложки. Оливковое масло, 3 столовые ложки. Закваска стартер, 1 столовая ложка. Количество порций, 6-7. Приготовьте опару. Закваску стартер выложите в миску, добавьте воду и тщательно перемешайте. Добавьте муку, перемешайте. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 8 часов. В миску тестомеса добавьте просеянную пшеничную муку и муку из семян амаранта. Добавьте семена амаранта, соль и сахарный песок. Хорошо перемешайте. Добавьте разведенную водой закваску и оливковое масло. Вымесите тесто в тестомесе 5-6 минут на второй скорости. Выложите тесто в миску, смазанную растительным маслом, и округлите. Переверните гладкой стороной вверх. Накройте пленкой и оставьте при комнатной температуре на 3-4 часа. Выложите тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Округлите тесто и оставьте на 10 минут. Аккуратно разомните тесто в лепешку и сверните плотный рулет, каждый раз прорабатывая шов. Переложите тесто в форму для хлеба, смазанную растительным маслом, распределите его по форме и накройте пленкой. Оставьте при комнатной температуре до увеличения объема теста вдвое. Сбрызните тесто водой. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 45-60 минут. Полностью остудите хлеб на решетке. Приятного аппетита!